Здравствуйте, дорогие друзья. Многие из вас спрашивают, в чем же разница в кроватях-трансформерах? Почему у них такая разная цена? А разница, я сейчас вам объясню. Разница, во-первых, в качестве идет. У дорогих кроватей здесь кромка идет запаянная, получается. У дешевых же кромка идет прорезиненная. Просто сверху идет резинка, под которую легко может попасть вода, тем самым она может разбухнуть. Также получается, у дорогих кроватей уже сразу идет в комплекте ПВХ-грызунки для ваших маленьких деток, которые будут уже, потом, когда будут резаться зубки, они будут все грызть. А у дешевых, к сожалению, такой функции нету. Также получается, разница у них идет в том, что материал основной у дешевых моделек идет ЛДСП, а у дорогих какая-то часть идет МДФ. Плюс вырезка идет. Также у нас есть вот эта вот прекрасная моделька, кроватка Софаня. У нее цена 16500. У нее идет больше пеленальный стол, у нее идет дополнительная столешница, которую можно менять будет в дальнейшем.